не надо, не надо. Маша, Маша, не эмоционируй, пожалуйста. Просто молча заходи. Она не должна на тебя прыгать коленками ее от этого. Сейчас она успокоится, потом ее погладишь. Коленками вот так ее, бум. Да, вот так вот, как только она к тебе прыгает. Да, сейчас, ну, она уже расслабилась себе и просто спокойно. Все. Не-не-не, не пищи только. Да, нормально разговаривай. А что она такая жирная? Что это она жирная? Я же тебе говорила, ты ее не узнаешь. Что? Да, Маша, ну разве я могу одеть собаку, когда ты так видишь? А что за издевательство? Это зачем нам? А что, холодина на улице? Бабушка перешила шапочку, капюшончик, он на нее не налазил. Она не снимает, ей норм? Норм, да. Когда холодно, то никто ничего не снимает, даже собака. Не отзывалась. Да как это? Она давно уже отзывается. Какая лоба, такое пупо, такое тело. А гулять идем? Дай дай есть она печенье. Она так реагирует, как Хелси реагировала, типа, Кэти, гуляй. Ну мы так не делаем просто. Нет. Катерина, иди ко мне. Катерина, ты что? Катюха. А теперь она не линяет. Пёсель, космонавт. Катя, что они делают? Какая эти классные! Держи, пока я не знаю. Я не ожидала, что это будет выглядеть так круто. Ты точно как космонавт, ты знаешь? Просто Нил Армстронг, привет. Эти Армстронг. Что, выплюнула печенька? Выплюнула печенька. Да вы задумали. Я же туго сильно в шапочку входила, я не знаю, как здесь. Выплюнула печеньку. Ой, там можно и пописать, и покакать. Тогда. Удобно. Все. Что она ходит, как беременная? Она всегда так ходит. А что такие грустные глаза? Объясни мне. Ты же вроде хвостом. Потому что это бигель. А, она всегда так. Нет, у нее еще и конъюнктивитик у нас красный глазик. Как будто она что-то не то сделала. Прекратите ржать над собакой. Она зевнула. Вы возвращайтесь быстрее. Я буду смотреть за вами в окно. А чё ты такая безэмоциональная? Ты идёшь гулять. Где счастье? Тебя бы одели вот так. Идите в жопу. Отлёпала. Пошли на улицу посмотрим. Пошли, пошли быстрее. Ой, мне кажется, у неё проблемы теперь с самооценкой. Она немножко не уверена в своём внешнем виде сегодня. Боже, какая она огромная стала. Маша разговаривает с Кэти на ее языке. Я все сказала. Мам, зачем ты это сказала? Теперь я хочу лаять, чтобы она снова сходилась в ванну. Как деактивировать собаку? Начни лаять. Так нельзя делать вообще-то. Да! Ну нет, это невозможно. Не делать. Кушать. И посмотреть. Кушай. Вау. You can really dance. Она просто решила запрыгнуть. Я просто была, сидела на стуле. Вика, она сейчас сожрет кусок мяса. Вы не успеете даже... А нельзя. Вы не успеете даже дернуть. Мясо лежит, она очень его хочет. Тяжелая дылда, блин. Всем привет, Атюня. Спасибо, ему тоже. Мама, забери, пожалуйста, собаку свою. Я ж не могу. Катя, вниз быстро. И она вот тут зацепилась хвостом за стул. Ты ж тяжелая. Кто вас там вылазил? Кто лазил по столу, спрашивает. Ой, господи, боже мой, где я делаю эту ловашку? Ну, не сопротивляется. Такая висит расслабленная. А что ей сопротивляться, глупая, на руках сидит. Фу, она электролизуется. Да, и очень стреляется током. Ну, зачем кусаться? Я же просто играю. Так она же тоже просто играется. Да давай я буду кусаться. Ты можешь не кусать мои вещи. Улыбнись! Новое видео совсем скоро. Подпишись на канал Jazz Life Pets и нажми на колокольчик.